Сегодня же Андрей Никитин встретился с председателем Совета Центра Союза Дмитрием Зубовым. Речь шла о возрождении потребительской кооперации. Губернатор сообщил, что уже принято судебное решение, освобождающее пайщиков ряда обанкротившихся районных потребительских обществ от уплаты долга НС-банку. А в ближайшее время правительство региона рассмотрит вопросы расширения упрощенной системы налогообложения для потреб кооперации. Мы это сегодня обсудили те задачи, которые... Сегодня наш регион, наверное, не является таким лидером в потребкооперации. Мы из обломков собираем все обратно, да? Но есть регионы, которые хорошо продвинулись вперед. Вот мы сейчас с учетом этого опыта программу развития потребительской кооперации в субъекте будем формировать. Многое поменялось. И после кризиса, который возник, и пройдет коронавирус, мы понимаем, что будет много-много сложностей. Надо будет перестроить работу. Исторически потребительская кооперация всегда поднималась в тот период, когда было самое тяжелое время. И мы сегодня должны помочь фермерам, индивидуальным предпринимателям, любым жителям Новгородской области сделать такую программу, когда люди бы могли зарабатывать деньги, когда могли реализовывать свою продукцию.